Здорово всем, дорогие мои друзья и подписчики. Я ввожу на канале, так сказать, спонсорство. Это по желанию спонсорства, что-то там, по-моему, 49 рублей, ну то есть фигня. Это плата, которая будет взиматься с вас раз в месяц, ну так грубо говоря, да. Вот. А по спонсорству вы получаете там мини-видосики, там привилегии на стримах, там свои там смайлики немножечко, там иконки всякие, короче, всякую ерундистику, вот. Ничего особенного, но я постараюсь сделать, чтобы это было интересно. Вот. Чисто символическая плата, спонсорство одного уровня, так сказать, и я надеюсь, что это спонсорство меня, так сказать, сподвигнет на съемку большего количества видео, более интересных, более качественных. Вот. Хочется экшенку на голову, потому что иногда очень надо экшенку на голову, потому что моя, которая, помните, всегда была в Xiaomi, я себе покупал за 7000 рублей целых. Короче, она склеила ласты окончательно. Вот. Так что вот, будем собирать, так сказать, на экшенку туда-сюда. Вот. Да, я продался, я сдался, я, короче, ввожу спонсорство на своем канале. Ну, хотите спонсируйте, хотите не спонсируйте, в принципе, ничего не поменяется абсолютно вообще. Лучше, конечно же, спонсируйте. Как бы 49 рублей, это фигня. Сигареты стоят 170. Я сегодня заходил, что-то так глянул, там, ой, фига себе, блин. Парламент там вообще, по-моему, там 200 с чем-то стоит. Короче, капец, дорого все. Дорого. Мы покушали и, так сказать, можно приступать к съемочкам.